такая конфеточка морская, океанская. Всем привет! Еду на океан, на вечернюю, вернее ночную, в темноте, к рыбалку. Уже не был где-то месяц-полтора на крабов. Дело в том, что как бы те приливы, вернее те отливы, которые я люблю, чтобы заниматься крабами с лодки, они сейчас только ночью, в темноте. Вот, но в темноте на лодке опасно, мало ли чего. Во-первых, течение не видно, скорость его. А во-вторых, мало ли, какое-нибудь бревно приплывет, зацепит, утащит, лодку порвет. В месте, где я крабачу, до океана буквально полкилометра, даже меньше. Поэтому опасно. Поэтому сегодня просто похожу с сачком, как я уже делал один раз, где-то месяца полтора назад. И посмотрим, что будет. Ребят, ну вот я приехал, запарковался. Оделся, костюм, ботинки, теплая одежда на мне, потому что к вечеру должно холодать. И вот, как видите, солнце уже село за горизонт. Вон там океан. А вот здесь вот, смотрите, какая вода выходит из залива. Она ее прет, как в горной реке. Вот, ну, естественно, здесь крабов никаких не может быть, потому что очень быстро для них. Но я пойду вот туда. Здесь вот такой полукруг, и вода здесь потише, течения нет. И поэтому надеюсь, что к вечеру, когда темно будет, я могу туда зайти и посмотреть, если будут какие-нибудь крабы попадутся. Но все равно вот такой вид. И очень классно быть на океане, давно не был на нашем тихом северо-западном. Все-таки он для меня он красивей, чем любой гавайский океан. С собой вот у меня кулер, подсак. Опять у ребенка своровал ночной фонарь, чтобы поставить на кулер в ночь, в темноте, и чтобы видеть, куда носить крабов, если будут. Купил помощнее фонарь на голову. Это у меня для камеры, а вот эта линейка для крабов. Как я уже сказал, крабов можно брать 12 штук на человека. Ну вот, я подошел к начальной своей точке, откуда я буду бродить вниз, вверх. И как видите, здесь течения практически нет вообще. Еле-еле двигается. В темноте краб подходит близко к берегу. И, как ни удивительно, совершенно не боится света от фонаря. Уже почти стемнело. Я думаю, можно будет начинать. Маленький. Сейчас я посмотрю. Да, и это к тому же самка. А нет, это самец, но он, да, он маловат. Маловат. Я вижу сразу по размеру. К тому же он уже старенький такой же. Давно не менял свой панцирь, поэтому я таких особо не собираю. У них мясо не такое вкусное, на мой взгляд. Так что давай, беги. Краб впереди меня. По-моему, покрупнее немножко. Ага. Кто ты? О, самец. Правда, без одной клешни, но все равно хорошо. Давайте посмотрим на него. Да, вот видите, одной клешни нет. Но я его возьму, первый краб. Уже что-то будет поклевать. Отлично. Так, пойду отнесу его к кулеру. Может быть, по пути еще что-нибудь попадется. Как меряется, ребят? Вот, во-первых, надо брать все время сзади, тогда он вас не достанет. Вот линейка. И вот от этого кончика, вот до этого, он должен помещаться вот внутри угла, вот здесь и вот здесь. Вернее, он должен быть больше расстояния. Вот видите, он сантиметров
на 3-4 больше. Так что берем. Давай. Инвалид он, конечно, без одной клешни, без задней ноги. Ну ладно, начало есть. Пойдемте искать дальше. Ну-ка, кто ты? Ага, тоже самец, отлично. Ну, со старым панцирем. Поэтому возьму пока. У меня такое впечатление, что краба сегодня много не будет. Поэтому, наверное, придется брать то, что есть. Пойду отнесу в кулер. Давай. Вот один. Это самка. Выпускаем. А вот здесь вроде покрупнее что-то. Ага. Это 100% самец. Отлично. Вот это вот фартучек, так называемый в простонародье у них, такой узенький, это значит самец. У самки он такой широкий, лепестком. Самцов можно брать 12 штук в день, самок брать нельзя никогда. Отпускаем вот сюда. Хороший. Закапывается. Закапывается. Быстро как, шустрый какой. Ну-ка, давай-ка сюда. Ага. О, отличный самец. Ну что ж, это номер 4. Прошло минут 15, я бы сказал. Вот это, наверное, самый крупный за сегодня пока. Давай, отпускайся. Ага, отлично. Оба хорошие такие самцы. Прям замечательные. Как доктор прописал. Сколько у меня уже забыл? Раз, два, три, четыре, пять. Это будет 6 и 7. Ну что ж, прошло полчаса. Где-то, может быть, чуть побольше. Так, давай, отпускайся. Ага. Ну, хорошие такие, ребят. Прямо замечательные. 6:56. Вот 7 крабов. И уже минут 10 хожу. И вообще ничего нет. Ну вот, наконец-то. Еще один. Ага. Вот один. А вот, по-моему, еще один. Так, этот хочет убежать. А тут... Тут от меня убегает. Пытается. Но ему, наверное, не удастся. Ага. Вот они. Два. Красавца. 11 в кулере. И вот лимитовый будет сейчас. Ты как он быстрый. Давай. Давай. Вот. Хороший. Окей. Но я хочу, наверное, все-таки поменять, может быть, 3 или 4. Тот первый был у меня такой безногий, бесклешневый. И еще пару старых. Поэтому сейчас буду постепенно их подменивать. Обменивать, когда они еще идут до сих пор. А так, все, вот лимит. Время, я бы недавно проверял, было 7:15. Еще где-то 20 минут до нижней точки отлива. Ну, посмотрим. Хочу все-таки лимит взять хороших крабов. Надо отобрать того, которого я не хочу. Как его найти, правда? Это нормальный. Это нормальный. Будет немножко проблематично, да? Так, эти
Здесь нормальные. Это нормальный. Это тоже. Вот этот староватый, конечно, можно бы его поменять. Но был тут один какой-то без клешни. Так, ладно. Это хороший. А, вот без клешни. Не, ну все равно это не тот, который самый первый был. И это не тот. И это не тот. Где же тот-то? Вот не он ли? Нет, это хороший. Это все хорошие. Куда-то он запропастился. Вот не этот ли? Вот этот, конечно, старый, его можно было поменять бы. Не могу найти того без одной клешни. Где он? Ладно, давайте вот этого старого поменяю. Он весь в этих ракушках. Давно панцирь свой не менял. Они не очень такие вкусные. Потом, если что, и другого найду. Так, давай. Давайте его в воду кину. Давай, беги. Он перевернется потом сам. Еще один 12-й, но это, по-моему, не очень крупный. Сейчас посмотрю. Да, не крупный он. И одна клешня у него маленькая, не буду его брать. Еще краб. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Шустрый какой, побежал. Ага. О, вот это хороший. Это красава. Так, ну опять лимит. Пойду опять обменяю. Самого первого, которого я брал. А нет, это не он. Нет, это не он. А вот ты кто? А, вот он. Вот он, без одной клешни. Без четырех ног. Даже без пяти. Так что мне такой не нужен. А вот этот прямо красава. О, правда, тоже одной клешни нет почему-то. Ну ладно, у него ног побольше. Давайте я его выброшу снова. Да уж, у него вообще тут кушать-то нечего. Да, вот этот фонарь у меня новый, ребят. Прямо замечательно бьет. Гораздо лучше с ним видно, чем с моим старым фонарем. Давай, беги. Пойду еще поймаю одного. Последний, 12-й. На вид симпатяга. Обе клешни. Оп. Да. Все. Мой лимит, ребят. Это мой лимит. Отлично. Ну что ж, неплохо. Неплохо. Полтора часа где-то. Даже чуть меньше прошло. Последний, 12-й краб. Давай, выпрыгивай. Зацепился весь. Окей, я знаю, ты можешь. Вот так вот. Отлично. На всякий случай проверить, а? О, да. Гораздо больше, чем надо. Ура! Отличная крабалка. Сейчас. Перепроверю, сколько время. Руки все в воде морской. Ну-ка. 7:32, ребят. Закончил. Ну, да, ровно полтора часа. Я рад. Заедем в магазин, купим лед, пару пакетов.
поедем домой. Отлично. Вот, ребят, лимит крабов. Красавцы. Красавцы. Стряхнем под сак. Последнее, что осталось, это взять морской воды, и можно будет ехать домой. Все полное. Ребят, ну вот уже собрался, загрузился, и подъехал полицейский. Посмотрел, что у меня в кулере, спросил, сколько. Так, визуально просто осмотрел, попросил лицензию показать и сказал: молодец, поздравляю. Так что вот так вот, уже ночь, ну как ночь, вечер, темно, и вот так вот проверяют. Так что лучше не нарушать. На дворе утро следующего дня. Вчера вечером приехал, уже было поздно, где-то 11 час, поэтому сил не было никаких заниматься с крабами. Оставил в гараже подо льдом, вот лед даже растаял. Вот крабы, я их просто сейчас отварю и в морской воде, и будем кушать. Никаких особенных блюд я не собираюсь с ними готовить, а просто так насладиться вареными, свежими крабами. Сейчас я их разделаю. Те, кто, кому любопытно, как я их разделываю, перед тем, как я их отвариваю, посмотрите на видео. Ссылочку я оставлю внизу, и также там объясняю, почему я не варю целиком в панцире в последнее время и не ем то, что находится в панцире. К этому тоже объяснение есть в этом видео. Зажигаем огонь, доводим до кипения и потом будем бросать наших крабов. Ребят, ну вот, крабов от панциря почистил. Остались только ножки и мясо, которое между ногами панцирем. Вода закипела. Бросаем. Посмотрим, сколько влезет половинок. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Я думаю, еще один греется достаточно. 7. Ну, давайте 8. Я пока почистил 6 крабов. Остальных оставил на льду. Сейчас еще парочку дочищу. И других, может быть, вечером. Потому что когда их сваришь, а потом, когда они охлаждаются, в холодильнике сидят, то они уже по вкусу, конечно, не такие же, как свежеотваренные. Сейчас вода закипит. 8 минут после этого. Даже можно 7, крабы не очень крупные, и к тому же панциря нет, так что 7-8 минут, и они будут готовы. Запах по квартире стоит великолепный. Морем, океаном и крабами. Класс. Давненько. Уже, наверное, месяц не ели свежих крабов. Поэтому с нетерпением сейчас на них набросимся. Так, ну время уже полудень, поэтому можно немножко и пивка себе открыть. Какие же крабы без пива? Холодненького, пенистого. Так, берем нашего краба. Ребят, как я ждал этого момента уже целый месяц. Вот в этих местах, где он прицепляется к панцирю, тоже довольно-таки много мяса. Ну как, для размера этого краба. Прямо. Ой, какое сладкое, нежное, ребят. Обалдеть.
Да, конечно, что может сравниться со свежим отваренным крабом. Скажу вам честно, не так много вещей. Краб уже полный, то есть он поменял свой панцирь где-то летом, в начале лета, и сейчас он уже полностью заполнился мясом изнутри. Эта штучка помогает доставать мясо из мест труднодоступных. В ногах тоже много мяса довольно-таки. Посмотрите. Это сказка. Обалдеть.